Эмоции зашкаливали с первых же минут. Праздник долгожданный, народный и тем более желанный после выхода из режима самоизоляции. Международный дом музыки впервые открыл свои двери с марта именно для московских татар. Я вижу, насколько хорошими темпами развивается республика. Я уверен, что тот задел, тот динамичное развитие республики, которое сегодня есть, оно будет и дальше продолжаться. В этот вечер было много награждений и приятных слов. Не с пустыми руками пришел в гости и мэр Москвы Сергей Собянин. Но и ему от татарстанцев был преподнесен приятный сюрприз – медаль столетия ТАССР. У меня появилась в Татарстане серьезная льгота 50% коммунальных услуг. В основном количестве мне вручил очень ценную государственную награду. У меня нет квартиры в Татарстане, а коммунальные услуги не могу там оплачивать. Это важно как знак нашей искренней дружбы. Красочные концертные номера, молодые вокалисты, танцоры заряжали зал. Зрители смотрели концерт, соблюдая социальную дистанцию. Рустам Миниханов, обращаясь к гостям, передал столице большой привет от всех татарстанцев. Конечно, мы переживаем непростые времена и в экономике, но самое главное, я хочу пожелать, чтобы все вы и ваши близкие были живы-здоровы, чтобы вот этот коронавирус, он еще никуда не ушел, но мы научились работать, жить в режиме, поэтому берегите себя, мы всегда рядом, приезжайте в Татарстан, мы всегда с удовольствием приезжаем нашу столицу. Бигзур Рахмасов, Гаум Шлаз. Я много слышал радиокомпании на генерального директора Уренбасара Дина Элифаза Газалиева Кабулыте. В череде наград на вечере, посвященном столетию ТАССР, также был отмечен наш коллектив в честь 20-летия создания филиала ТНВ в Москве благодарственным письмом президента. Дина Газалиева, Матвей Шинкаренко, Александр Ярошов, Марат Закиров, ТНВ, Москва. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843-5705-100. Күтілмеген қунақ күттіріп кіне интернет фильтрлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын ТНВ.ру сайтында қорап болады.